Нифига себе, я смотрю, у Лехи тут Дэнди дали поиграться, что ли, да? Да, это, слушай, какая штука. Дэнди Джигит пошел отсюда, у я. О, группа джигитов уже готовится к чему-то. Куда мы едем? Да. Наша задача вернуться всем. А сейчас сколько времени? Сюда и до церкви плов. Виталий, что почувствовал? У церкви будет плов. Во сколько? Кормить будут в церкви. Тебе сказали, все. А питание входит в стоимость участия? Да. Нет. Да, то есть, чтобы получить плов, нужно принести талоны. С собой, да. До сюда 7 километров. Возвращаемся мы вот оттуда. Не перепутайте, пожалуйста. А мы сегодня возвращаемся? Завтра. Рейд однодневный. Наша задача сегодня доехать до церкви. Моя задача сегодня уехать туда. Заночевать. Миша, тебе хватит. Под плов. Слушай, Лимончик, уйди отсюда, а? Хватит. Падеж уже начался. Мы еще в лагере, уже сломали лебедку. Ничего в руки их не доверить нельзя. Мой имя Алекс. Я Алекуль. Мой имя Алекс. Monsieur, à la pêche, moule, 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 je ne veux plus, j'allais maman, les jeunes deux, la ville, mon prénom, panier, maman, regardez, ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre, à la pêche, moule, 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 je ne veux plus, j'allais maman, пойдете пешком. Туда. Ouvre la fenêtre. Да, там monsieur, машина. Monsieur, да. Monsieur, я monsieur, да. Ouvre la fenêtre. Regardez, regardez, monsieur, monsieur, monsieur. Oh, oh là là, oh là là, charmant, oh charmant. Merci beaucoup, monsieur, merci beaucoup. Быстро все в машину! Довольно-таки большой участок пути, даже не испачкались, едем с комфортом, валяемся, полное удовольствие получаем. Вербский лес — это здорово, полный отдых и релакс. Правда, немножко покачивает иногда, но я думаю, мы как-то стерпим. Сейчас, наверное, будем кофе пить. Просто опять не включил и едет спокойно. Хорошо! Весело мы теряемся, продолжаем движение. Сплавайте, сплавайте, сплавайте. Какая красивая гать. Бревнышко отодвинули. Газу, 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 газу. Вот как всегда, потихонечку, аккуратненько взял и заехал. Хоть бы побрызгались бы чуть-чуть бы. Просто еду, даже не интересно снимать. Да, эти глупые иностранцы пытаются что-то нам еще посоветовать. Ну, Леша, говори что-нибудь! Говори, Леха! Давай, давай! Идет, идет! Кто идет? Он идет? Он спас его! Красиво, но недалеко. Леха, не перекрывай! Поползай, давай! Снимаю! Поем!
Давай, 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 снимаю! Хоть кто-нибудь бы добил этого французишку, бедный, мается, мучается. Либерте! 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 Да, тяжело им было в 812-м, наверное. Нет, нет, про луну это. Кирка. Вот это первый. О, довольно-таки прилично проехал. Что это было? И что так? Ай, самым вкусным. Не верь ему, он сейчас дернет тебе. Штанишки потерял. Уле. Я не могу, ты смотришь, ты на фильм, хочу. Вот французские алкоголики до чего доходят. Сань, а как тебе удалось машину сюда загнать? Не смог отказать даме. То есть удовольствие надо было получить всем. Вообще просто. Понравилось? Я не знаю. Ой-ой-ой. Метро подъема пустим. Библия солидарности. International de travailleurs. Je suis allé à l'école, my name is Alexis. Ludovic. Ludovic. О, машин поехал еще один. Ну, отечественный автопром. Уазик, он рулит везде. Газу, плюхай в лужу и засел уже сейчас. Сука, нет у меня больше друзей, блядь. Что это? Просто как говно. Вот сползают кусты. Несчастное животное. Убивайте его палками, блядь. Вот это кадр, блядь. Вот это будет шишка. Ты вот спрыгнул. А вот это я буду вот, когда ты просто эдак дыму сколько. Он явно затеял какую-то гадость неожиданную. Не?
пожалел. Вот это карма! Какое грязное домогательство! Вот они, суровые джиперские будни. Ну вот, накал. Орёт, животные! Смотри, машина боится и едет все-таки. Ну что ж, недалеко, зато красиво. Вот это класс! Мне кажется, надо посильнее убираться. Сильнее. Стараемся. Давай, какие колесики. Жори, как тебе ощущение от этого автомобиля? Скажем так, ее величество королева не ошиблась с выбором марки. Особенно удобно, да? Да, мягко. Вполне комфортно, мягенько. Несмотря на то, что мы мчим по русскому бездорожью, но английский автопром весьма справляется с поставленной задачей. А как ноу-хау, который вот мы спорим назад и видим, что впереди происходит? Это, конечно, видимо, все-таки уже недоработка английского автопрома. Это все-таки, видимо, отдать должное надо российскому Сколково. Это, видимо, все-таки ихнее ноу-хау. Да, закрытие нано под. Давай, давай, давай. Надо отойти чуть-чуть. Ох ты, красавец. Это красиво продвигаемся. Главное, уверенно, хоть и неспешно. Как у нас в салоне обстановка идет? Нормально? Сухо. Сухо. То есть руль еще не намочился, да? Ну, еще нормально, еще даже сиденье вон, вода не поднялась. Пола, хотите? То есть она охлаждается, да? Отлично. Едет и едет. В багажнике, правда, немножко воды, но это ерунда. Я же говорил, мост включили бы хотя бы, легче ехать-то было бы. Почему? А ты видел? Я-я! Почему мы такие печальные? Кто? Мы-то? Да. А мы пришли пешком. Пешком откуда? А? С каких краев-то пешком? С Подпорожья. Каждый год одно и то же. Как приедем, начинают пилить дрова, деревья валить. Алексей, а что вы делаете? Дорогу забрасываете или что? Хулиганит. Мы гать строим! О! Постамент! Стоит статуя в лучах заката. У нас редкий случай. Кто это у нас идет? Олег, что вы сейчас делаете? Я работаю. То есть хоть кому-то один надо, вот да? Этот костер поддерживаю всю ночь. То есть вот эти вот куча тунеядцев, да, сидят, и вот никто вот не хочет еще бросить. Вот не надо сейчас. О, святая лебедка, да будешь ты работать. Советчики-то хоть есть? Помогают? Давай, залезай! Интересно, что они там делают? Есть еще, давай! Куда ты? Давай! Пихайте, пихайте, Жорика! Нормально! Давай этот! До конца не... Все, пусть жопы торчат! Нормально! Все! Что-то раздулось, палатка!